Ух, какая пурга. Ого. Нет, еще нет. Вот они подходят ко мне. О, вот это. Да, я на улице. А скользко-то как? Да. Не трясешься? Пойдем. Пойдем, нам скоро на черлидинг. Пойдем, пойдем, пойдем. Холодрыга такая. Да, я хочу. Точно не холодно? Посмотрите, сколько снега. Мне кажется, просто, наверное, Дед Мороз рядом пронесло. Ага. Так, да, в такую погоду только, да? Такую погоду только Дедушка Мороз уходит. Наверное, у нас в городе. Вы уж простите нас. Я вас ждала. Я же вас ждала, не выдержала. Ничего нажимаешь. Поехали. Так, ну а цветы? Цветы я тебе подарю. Ух ты, какие красивые цветочки. Они, наверное, на холоде зеленые. Она. Это как у герды. Она возьмет. И кая. Цветочки. И розочки красивые такие. Это я тебе подарю. Спасибо, любимая. Спасибо тебе большое. А ты не догадаешься, почему у меня лицо такое красивое? Какое хитрое? Да. Ты, наверное, что-то знаешь, чего я не знаю. Ну да, ты не знаешь этого. Ты же стояла на улице. Я у бабушки украла цветы. Шикарное достижение. О, мы на портале. Бабушка мне разрешила. Пойдем, пойдем. Бабушка мне разрешила, и ты знаешь что? Я дарю тебе эти цветы, спасибо, бабка. Спасибо. Там все разные. Что это такое? Собачка. Где это? Вот здесь. Соседи собачка. Какая это штука? Вау! Это что? Не знаю. Вон, держи, сейчас откроем. Там Дед Мороз. Дед Мороз? Слушай, да. Может, он реально прилетал? Может, он тебе ответил на письмо на твое? А ну. Элька. Что там? Подожди. Я не понимаю, откуда. Подожди. Что происходит? Подожди, это ж... Боже, я не верю своим глазам. Божечки, какой ты красивая. Ты у нас главка. Откуда ты взялась? Я так и знала, что соседи ее нет. А вы видели, как она раскрыла глаза? Глаза. Ой, что это там такое? Как... Нужно раздеваться скорее. Смотри, миски какие-то, перевернутые. Слушай, ну как она оказалась тут, а? Дед Мороз, а письмо? Слушай, точно, это, наверное, он тебе прислал. И снегом замел всю Одессу, да, котик? Вот это он дает. А ну дайте я пройду.
Привет, ты кто? Привет, хорошая. Привет. Интересно, как ее зовут? Не знаю. Мы назовем. Назовем ее обязательно. Она со мной все время идет, наверное.